Обновление улицы Арцебушевской подходит к концу. Муниципальный контракт был рассчитан на 2 года, поэтому ремонтные работы вели в 2 этапа. В текущем году подрядчики взялись за участок от улицы Льва Толстого до улицы Маяковского. Здесь выполнили ремонт проезжей части, съездов, тротуара, обустроили остановочный павильон и установили дорожные знаки. Осталось лишь нанести разметку. Обновление объекта велось на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. До начала работы он как бы здесь был в очень плохом состоянии. Асфальт был весь неровный, с выбоинами, с ямами. Движение пешеходов это очень мешало. Сейчас покрытие ровное, плиточное, красивое. Контроль за ходом работ кураторами велся в ежедневном режиме. Сегодня состоялась приемка объекта. Важно, чтобы все показатели на участке отвечали нормам. Вооружившись курвиметром, рулеткой и рейкой, специалисты делают замеры длины, ширины и оценивают ровность обновленного покрытия проезжей части и пешеходных зон. Улица Арцебушевская – достаточно важный поперечник в городе, расположен в исторической части города, и также на нем расположено большое количество домов. Особо хочу отметить, что ремонт и работы выполняются во многих районах города. Приоритет отдается не только исторической части, но и всем другим районам. В ходе приемки претензий по качеству выполненных работ не возникло. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты, то подрядчик обязан их устранить за счет собственных средств. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.